Арбузы – это не только вкусно, но еще и весело. До чего докатились в Екатеринбурге. Провели небывалый чемпионат по катанию самой крупной ягоды. Желающих запустить сладкий снаряд нашлось немало. На старт вышли почти 200 человек. Сколько полосатых перебили и во что выкатилась вся эта затея, расскажет Анжела Брик. На старт! Внимание! Марш! Докатились. Такого чемпионата не то, что в Екатеринбурге, в мире еще не было. На осень глядя, горожане решили не катать вату. Вместо нее взяли арбузы. Кто лучший, покажет время. При команде «Старт» мы засекаем время, и после того, как участники полностью прошли всю трассу, на слове «финиш» мы должны остановить время. На полосе препятствий все дебютанты. С правилами приходится знакомиться прямо на месте. Главный принцип – не поваляешь, не выиграешь. Но нужно соблюдать осторожность, ведь эта ноша еще как тянет, и победа рискует разбиться вдребезги. Мне попался сложный арбуз, большой. После горки он может разбиться, если его не сварить. Для чемпионата купили больше 200 арбузов одинакового веса, около 10 килограммов и размера. Ягоды перед стартом участники выбирают как на рынке. Ведь если они расколятся во время забега, спортсмена дисквалифицируют. Так случилось у Насти. И хотя это был ее день, девушка отмечала 19-летие, трасса оказалась ей не по зубам. Взяли просто самый маленький. Там сказали, взяли любые арбузы, взяли самый маленький. Сломали по дороге. Теперь мы хотя бы съедим его, чтобы не обидно было. Быстрее всех свой арбуз до финиша докатил 20-летний Роман. Не без труда молодой человек увлекается футболом, поэтому играть только руками ему было непросто. 12:31! Уж не лучше ли это результат на сегодня? Давайте сверим часы! На дорожку он вышел случайно. Сначала на чемпионат заявилась его девушка, но уже на старте передумала. Ждать звездного часа Роману пришлось больше 2 часов. Но именно это ему и помогло выиграть. А я смотрел за участниками, в принципе, как они катают там и как где лучше там завернуть, чтобы не сломать арбуз, например, и так далее. И все сделал, все анализировал, и вот результат. На свой выигрыш молодые люди собираются докатиться до моря, чтобы уже там спокойно поесть арбузов. Теперь это их любимое блюдо. Анжела Брик, Руслан Шарафутдинов, Новости 41-го канала.